Субботник в Рясах. В Бишкеке священнослужители высадили деревья в одном из скверов. В столице похолодало и везде идет дождь, но погода людей не напугала. Как прошел субботник, в материале Жейнагуль Раймкуловой. Религиозное облачение сменили на обычную одежду и дождевики, и взяли в руки лопаты. Муфтий духовного управления мусульман и епископ лютеранской церкви вместе готовят ямку для молодого калеона. Для них это не просто субботник, момент сплоченности религий. Не должно быть разногласий между нами. Мы все преследуем одну идею – чистый Кыргызстан, чистое общество. Облагораживать территорию надо не только у мечетей и церквей. Еще мы своим примером должны показать, что нет никакой нетерпимости. Нам дает такую пользу, чтобы мы объединились, чтобы вместе были, и какой-то польза была для этого народа и государства. Илья Бирюков рясу снимать не стал. Православный священник сажает уже пятый клен. Знает, как работа благотворно влияет на дух, поэтому и сам пришел на субботник и прихожан привел. Именно в труде так, и искали такой момент объединения и дружбы, сплочения. Несмотря на дождь, представители 17 религиозных конфессий вышли на субботник. В этом сквере они посадят 100 деревьев. Ранее планировалась и уборка территории, но из-за погодных условий ее отменили. Джейнагуль Раймкулова, Александр Губин, Мирлан Макаев, Мир 24. Так, масштабные деревья священнослужители сажают впервые в Бишкеке. Организаторы планируют подобный субботник сделать ежегодным.